После задержания Олега Кузнецова прошло 1,5 года. За это время допросили 111 свидетелей. Недавно прошли прения сторон. Сегодня экс-чиновнику дают последнее слово. Не признаю вины в совершении преступлений, получении взяток за общее покровительство. Подтверждаю это и в своем последнем слове. Ни одно свидетельское показание, ни один из материалов, которые представлены обвинением, исследованы в суде, не содержат никаких доказательств моей причастности к совершению преступлений, получению взятки, а моей виновности. Между тем, прокурор считает мою вину доказанной и просит назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обвинение свою точку зрения менять не намерено. 13 лет за взятки от предпринимателя Ольги Левочкиной и ее супруга. Напомним, их допрос от СМИ закрыли. Изначально, как на предварительном следствии, после показаний самой Левочкины и после показаний Синицумина о том, что они именно давали взятку Олегу Васильевичу за выполнение какого-то либо покровительства, Олег Васильевич более подробно в своих показаниях изложил и указал о том, что у них дружеские отношения были как с семьей Левочкиной, так и с семьей Синицумина. И считать, что он оказывал им покровительство, ну, это надуманные доводы. Была ли это взятка или помощь после пожара другу? Через несколько дней решит суд. Приговор назначен на 24 июня. Выясняя историю дружбы Левочкина и Кузнецова, появился интерес к еще нескольким фамилиям. Зная, кто настойчиво приглашал Кузнецова за один стол с Левочкиной, становится понятно, что на скамье подсудимых Олегу Васильевичу как-то одиноко. Ведь интерес к городским чиновникам у Левочкиной появился задолго до назначения Кузнецова на высокую должность. Скоро продолжится судебное заседание по контрабанде леса в Китай на 2,7 миллиарда рублей. Кого еще из своих друзей или подруг вспомнит Ольга Левочкина? Я хочу одного, чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение. Ваша честь, прошу принять справедливое решение по моему делу и полностью оправдать меня. Вячеслав Бартинский, Антон Доценко, ЗАБТВ.